Здравствуйте! Сегодня в нашей онлайн-школе мы рассмотрим протокол, позволяющий нормализовать работу сальных желез при жирной коже с воспалительными элементами, а также с наличием пигментных пятен или атрофических рубцов постакне. Компания SimilDiet создала для пациентов с таким типом кожи пилинг Сама, основой которого является салициловая и миндальная кислоты. Это уникальный срединный пилинг, нанесение которого требует соблюдения определенных правил и особенностей. Протокол нанесения и постпроцедурного ухода мы рассмотрим в этом уроке. Перед проведением процедуры необходимо тщательно очистить кожу. Мицеллярная вода SimilDiet оказывает тройное действие – очищает, тонизирует и увлажняет кожу. Мицеллы глубоко внедряются в кожу и удаляют только избытки кожного сала и загрязнения, не повреждая липидной мембраны. Средство необходимо нанести на спонж и очистить кожу по массажным линиям. Тщательное обезжиривание кожи – залог качественного проведения процедуры. Для этого этапа используем Degreasing Lotion. Лосьон обладает легким отшелушивающим действием, позволяя глубоко и равномерно внедрить применяемые препараты. В то же время протеин сои смягчают и увлажняют кожу. Обработайте зону, нанеся препарат на спонжи. Пилинг Сама идеально подходит для подростковой жирной кожи, для сужения пор, шлифовки рубцов постакне и уменьшения количества комедонов. Миндальная кислота обладает антибактериальным и увлажняющим действием, а салициловая ускоряет обновление кожи и подсушивает воспалительные элементы. Вместе они идеально сочетаются. Наносим пилинговый состав при помощи ватной палочки. Между слоями делаем паузу 15-30 секунд. Ждем образования фроста. Закрываем процедуру крем-маской SimilKea, которая имеет насыщенный состав, включающий микроэлементы, аминокислоты и масла, ускоряющий обмен веществ, заживление и улучшающие качество кожи. Масло купуасу содержит фитостерины, усиливающие регенерацию на клеточном уровне. Также назначаем его и в домашний уход. Нельзя забывать о применении солнцезащитных средств после пилинговых процедур. Рекомендуем пациенту использовать санскрин SPF 50+, гарантирующий не только защиту от вредного воздействия солнечных лучей, но также увлажнение и питание. Сыворотка Skin Repair Serum Extra содержит факторы роста и гиалуроновую кислоту, кремний и экстракт белой фасоли. Компоненты средства потенцируют действие друг друга, выравнивая текстуру кожи за счет стимуляции коллагена, ускорения процессов регенерации и гидратации кожи. Наносим сыворотку предварительным этапом перед применением Skin Repair Cream Extra. Skin Repair Cream Extra ускоряет процессы восстановления и обновления кожи, за счет чего создается отбеливающий эффект, происходит выравнивание морщинок и уменьшается выраженность рубцов и стрий. Крем содержит АХА-кислоты, о чем необходимо помнить во избежание побочных действий. Nutriceptic Хондра обладает обезболивающим, противовоспалительным и регенерирующим действием. За счет фитоэстрогенов сои нормализуется гормональный фон, основная причина появления юношеских угрей. Насыщение организма витаминами и микроэлементами нормализует выраженность проявления вегетососудистой дистонии, укрепит костно-суставную систему во время скачков роста.